Visa Office Buy приветствует вас. И сегодня мы поговорим о визовой анкете DS-160. Многие из вас имеют представление, как выглядит эта анкета. Кто-то, наверное, ее уже сделал, и, может быть, даже не раз. Но сегодня мы увидим эту анкету глазами консула. Итак, поехали. Я думаю, что вам будет интересно. Смотрите, в шапку анкеты выводится информация, на которую консульский офицер должен обратить внимание. В частности, с данной анкетой в шапку выведена информация о предыдущих поездках претендента на визу. Соответственно, консульский офицер с этого и начнет свое ознакомление с ситуацией данного претендента на визу. Также обратите внимание, что каждый раздел имеет место для совершения комментариев, которые при рассмотрении ситуации человека будет консульский офицер делать в соответствующий раздел. И в будущем любой другой консульский сотрудник откроет данную информацию и сможет ознакомиться с комментариями своего коллеги. Что мы можем еще увидеть в данной? Как видите, все тот же набор информации, что и при заполнении на официальном сайте. Но каждый раздел содержит место для ремарок. Наиболее интересно это финал анкеты. Итак, обращаем внимание, что здесь увидит консульский сотрудник. Как видите, фиксируется информация, а точнее фиксируется IP-адрес создания анкеты. И также фиксируется IP-адрес, с которого анкета была отправлена. Многие делают огромную ошибку, когда кто-то помогает им с анкетой, и он об этом не сообщает. Как видите из данного видео, консульский офицер с легкостью может это заметить. Особенно если вашу анкету отправляет какая-либо компания, IP которой уже точно неоднократно был засвечен в посольстве США. Еще один момент. Обращайте внимание. Как видите, консульский офицер, рассматривая вашу текущую анкету, может открыть соответствующий раздел и увидеть все ваши предыдущие обращения за визами. Оно вот скрыто на этой вкладке. Заметили? Надеюсь, данная информация была вам полезна. Вы сделаете соответствующие выводы, и это поможет вам при получении визы. Если у вас остались какие-либо вопросы, обращайтесь к нам. Visa Office Buy. Постараемся, чтобы наш опыт помог вам получить визу и чтобы получение этой визы было для вас максимально комфортным и удобным.